Дорогие друзья, я очень часто слышу от вас, даже гуляя в этом парке, в Кишиневе, не только здесь, в любом районе, и говорят, Николаевич, когда мы выгоним Майю Санду и эту желтую плесень? Это я слышу каждый день. Сделайте что-нибудь. Так я хочу вам задать вопрос, дорогие друзья, дорогие сограждане. У нас есть реальный шанс на этих выборах через месяц показать, что мы чего-то стоим. Да, после этого будут президентские и парламентские, но старт дан сейчас. Может, хватит плакать на кухне или в социальных сетях? Может, пришло время доказать, что мы чего-то стоим? Может, пришло время вернуть страну народу, потому что страна сейчас не наша. Страна под Соросом и разных НПО, которые диктуют волю Майе Санду и другим куклам, что делать с нашим народом. А наш народ всегда мог подниматься. Нам есть чем гордиться. От Штефана Чалмари, от нашей церкви и дальше. У нас есть наши семьи, наши традиции, которые мы должны защищать. Так давайте вместе выйдем и сделаем это через месяц.